Кстати. Мега фейл просто. Давай еще раз пробуй. А, у меня меч не вытащился. Ну просто, что это такое? Где моя ульта? У чувака ставина закончила! Тупо в искусстве, да? Давай. Чел с одним холм. Что это такое? Ну посмотри просто. Просто хан. Вау! Вау, вот это да! До свидания. До свидания. Нет. Давай, давай, давай. Ты ненавидел на стриме, у меня такая там полоска осталась прям. Да. Да. Слушай, он там берет. Нет. Отмена. Мастермайн просто, да. Давай, бери. Так он даже заскок. Наверное, ты. Хорош. Какая игра. Мастер на все мечи просто. Этому надавал по щам, в тому в объятия прыгнул, готово. Победа. Флаг захвачен. Что-то мы... Help! А, ну ладно. Не, я сейчас умру, чайка. А, не, все, нормально. Я забыл, что они комбо не умеют делать. Ну они поэтому и играют захват флага, а не хоп. Лучник, вау. Я умер, умер. Нормально. Да, могёшь. Не. Всё, нам иероглиф кинули, да? Вообще... А, это ты? Нормально. Давай, я еще. Плачник уткнул. А не, локсок. Ну, у нас преимущество, можно пассивить спокойно вообще абсолютно. Флаг. Плачник ультанул меня прям. И в тебя тоже. Понял. Ну я умер. Понял. Сейчас все будет. Да ладно! Да ну! Ха, я видел! Вместе кивнул. Ну, нормально, чё. Я тебе говорю, отключи звук в игре. Это такой рофл, полностью звук отключи. Все, надеюсь, на классный звук. Мне падает эта звездочная краска уже, наверное, четвертый раз, смотри. Кто бы сомневался. О, найс. Он прыгнет сейчас. Да, он прыгнул. Ну это ничего. Я умер. Ничего. Нет, плохо. А, не вытащил я. То если мы еще одного чела убьем? Не, все. Стараюсь теперь кусочками писать 10 там 20 минут, потому что я в прошлый раз записал видос типа там 3 часа. И я когда его пытался в премьере монтажить, у меня так лагало. Ну, в смысле, глючило все. Это просто хана. Даже несмотря на то, что у меня файл подкачки на 100 гигабайт. Помню, твой файл подкачки на 100 гигабайт, да. И 12 гигабайт еще оперативки. Пример такой. Такой. Кортспел 120 FPS, 3 часа. Трудно я играю, считаю. Ну да, я играл. С
5000 рублей. Ну, я не знаю, сколько сейчас уже, кстати, стоит. Сейчас, может, подешевело уже. Матрея, да, лук или что? Ну, меч у него, я вижу, самый дорогой. Лук у него самый дорогой, который есть вообще. Матрея, да? Ну, тот, который космический такой. Космический, я понял. Да, лук Матрея. Бери-бери. Он промазал в воздухе. Как это так? Интересно. Найс апдейт, ребят. Шифта не было. Хелп. Все, забей. Классный апдейт вообще. Просто что он делает? Давай, бери. Все, бери. Почему у меня перс перестал брать? Классно. Ну ты кнопку движения, наверное, нажал, да? Бери. Нет. Ну это супер фейл вообще. Нет. Мега фейл просто. Давай еще раз пробуй. У меня меч не вытащился. Ну просто, что это такое? Где моя ульта? Пробуй еще. Классно, просто классно. Просто мега фега. Ладно, отъезжай, все, нормально все будет сейчас. У чувака остановина закончила! Класс, они тебя сейчас убьют еще? Нет, плохо, ну ладно. Бей меня, иди сюда, говно! Ну ладно, не хочется. Мне даже играть больно, графика не будет. Зажрался. Че я завожу? Трактор, да, заводи. Др-др-др-др. Надо будет попробовать взрывать соло-игры. Челики амбициозные, но забей. О, ну-ка, попробуй взять. Бери. Бери. Давай. Блин, если бы ты чисто сейчас, ну, если бы часть челик не вышел из стана, то сейчас... Да, если бы я нормально комбу сделал, но, увы. О, наконец-то у нас здесь матч. Дождались, просто. Предпочтение работает. Предпочтение работает, о, маг. Классно, смотри, одна стрела. У меня кулак уже взял захват. Понял тебя. Да ё-моё, ну что это такое? Маг тупак. А, тут оба мага. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да нет, я не успею. Фаербол. Я типа, мне вроде насрать пошел, а потом уже не насрать. Да, прикольно, да? Чел с одним холм. Нет, ну что это такое? Ну посмотри просто. Просто хана. Понятно. Хилься. Они сейчас будут за мной бегать вместо тебя. Умные. Баки. Смарт. Это как знаешь, где 200, ну, где ты сравнивал челика, которого... Куда кинуть фаербол? Лучника, который в воздухе? Да. Меча, который на земле, у него шифт еще есть. О, ты меня замедлил, его нет. Классно, да? Как же они лажают? Просто стеной упор промазал под замедлом. Как это возможно, ребята? Не, ну два мага это рип вообще, типа, у них. Фаербол. Опа. Нет, не надо. Нет, ульта. О, я так его добил. О. Такая комба длинная была, ё-моё. Фу. Слушай, ПВП уже посильнее будет, слушай. Потому что... ПС побольше. ПВП, потому что... А не вот это вот, типа, непонятно что. Вау. Вот это да.
Мы можем, вообще можешь их не атаковать, по идее. Типа 4-0, все, чилишь. Бегать? Да, можешь, я иду. Подлагивает. Ммм, классно колонну разбил. Фаерболом. Не-не-не-не-не, вы шо? Ау. Сейчас все будет. Я дед. У, 3000 дал по магу. Тогда. Они там в посохе, вообще забей. Ай. А теперь я. Чё, на самом режиме? А нет. Там на самом режиме, наверное, по 4К я буду их сносить. Просто ваншот фул хп с одним режимом. Нет! Надо делать, кстати. За 3 выстрела. Здорово! Нет! Беги. А, чу-чу-чу-чу. Хорошо, что переключился. Сейчас, сейчас я помогу. Нет, да сейчас я вот... Да он и так урона не нанес. Здорово, все, рип. Ну, она мне, кстати, дала. Палку? Палку я имею в виду. Кстати, а ты в гильдию зашел? Будешь вступать? Да, я уже в гильдии. А, ну все, ништяк. Бац, 2860 очков, у нас 105. Да он так нагриндил там, такой зверь, вообще, я не понимаю. Консфан, это типа игра не для гринда, но он гриндит мне как тварь просто, я не знаю. Поджимай мои ухи. О, нет! Да, да. Твоя любимая, что ли? Конечно. Ты что? Как может быть иначе в этой жизни вообще? Чувака вилка скоро. Найс. Нет. Что это такое? Как ты промазал, чайка? Я не знаю, я вообще кручусь. Извините, но это невозможно. Класс. Тамада, хороший конкурс, интересный. Как... Игра хорошая и режимы интересные. Вот так вот я бы сказал. Коги интересные, разрабы. Да. Разрабы хорошие, режимы интересные. Лаги классные. Коннект, точнее, извините. У меня, кстати, реально пофиксило все эти проблемы. Типа нужно было просто убрать звук из игры. Да как это так, чайк? Что за прикол? Я говорю, весь чайки у меня... Я просто похожую проблему находил уже. В игре от Близзардов, кстати. Ну да, наша точка, первые поинты. Класс. Ну все. Это наша... Полномочия закончились. О, здорово. Улетаю на багах. Я вылетел. Точка по-прежнему наша, чтоб ты понял. Здорово. Застанил, и он после стана свалил из круга. Ты видел эту фигню? Да, да. Классно. Класс. Одну миллисекунду не хватило захватить. Лайк, подписка, колокольчик, и в Курцпеле исправят лаги.